Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Сейчас посмотрим, сколько их будет в это время. Сейчас 3 часа ночи. Возможно, все спят. 33 женщины и один сильный мужчина спортивного телосложения. Да, это я, Жмышенко. Ну, погнали. Первую разогревочную туда. А чего ты в паблик не играешь? А, типа с челами? Ну, просто... Да не, я просто зашел дать им пизды за вчерашнее. Так бы я, конечно, лучше с людьми бы поиграл. Я просто это чисто зайти им дать пизды. Понятно, они сейчас плакать будут, что типа мало людей, типа я там специально зашел, когда они все спят, там в 3 часа ночи. Да мне похую. Если я выиграл, значит я победил. Все. Это будет считаться. Ясно? Пидорас. Смотри. Что такое? Сначала нацеливайся вот так, прям выцелишь. Когда точно уверен, что ты попадешь, тогда стреляй. Иди нахуй отсюда. Чел-аут. Работает драгунов. Я тебе предупреждал, ты не уверен был и стрельнул. Перевернул. Да? Валерка, не стреляй, не стреляй. От судьбы не уйдем. А, батон, ты что? Ну, а у тебя голос исказился, я вообще не узнал тебя сначала. О, перевертыш. Привод, смотрите, товарищи, толпа лежит на спине. Какой спине, ебанутый? На крыше. Оху. Отдыхаю. Дальше что? Дальше что? Драгунов работает. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Ты чё, блядь, стой! Стой! Блядь! Ты чё, гонишь, дура? Стой, блядь! Пока нет! Да ты что, Лёнь? Да не, иди нахуй! Иди ну нахуй! Какая же ты дура, какая же ты дура, какая же ты дура, какая же ты дура, какая же ты дура? Просто долбоёб! Ну как, сука? Подожди, 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 давайте так! Это я сам себя попустил! Я сам себе шинки спустил, чел.
Ням-ням-ням, прострелю шины, чтобы меня никто не увез. Ням-ням-ням, ой, ням, куда это она едет? Ням-ням, да, ну не считается, я сам себя ебнул. Да нет, это система сбой дала. Там чуть по-другому все должно было быть. Но получилось все как всегда. Погоня за синей линией. Драгунов мчит. Да ладно, ты прикол? Боже, сука, дал. О, Господи. Там чей твой зяблам плохо спится. Можешь, пожалуйста, пить колыбельную и ебануть, как ты умеешь. Сейчас, как не надо спать, сейчас им пизды дам, потом пусть поснут, спят спокойно. Рауну. В смысле, блядь? Типа, подожди, блядь. В смысле? Ты чё, умер? Ладно, я уже захожу. Блядь, погоди! Next каточку, я насру тебе на лысую головушку. В смысле? В смысле? Как это случилось? Че, он залазил, потом передумал залазить и опять начал залазить. И как раз... Не, блядь, подожди. Да нет! Мама, ты что? Да ладно! Да нет! Подожди! Как это случилось? Как это произошло? Почему игра мне сделала проигрыш? Не, подожди! В смысле? Подожди, я не понял, почему? Я видел его, я залазил. Почему он слез и обратно начал лезть? Чё за... хуйня? Давай уже признаем, даже если ты будешь играть против одного зябла зомбу, который будет стоять АФК, то ты все равно проиграешь. Сейчас посмотрим. Лох — это судьба, да, это призвание. Ага. Ком то должен жить дух лоха. Это дух норм. Лоха, у Коли ж маска! Боже, как оно потеет. Ты убил невидимость. Роза. Причина сопливой игры. Объяснишь, почему ты сейчас пососишь? А кто сопля, девочка? А, ты сопляжуйка? О, понятно, ты женщина. О, девочка приехала. А знаешь, что я сейчас делаю? Я делаю только лишь стайл. Суки, как они дергаются. Сейчас убьем. Вот это, братья. Все молодцы, просто... Все, сука, я, блядь, удаляю нахуй за всех рук, за всех... Ебать, все, блядь, нахуй. Время для анекдота. Бродит медведь по лесу, видит, машина горит, он сел в нее и сгорел. Ахахахахахаха. Сука, это просто возмутительно. Я в шоке, мне игра не дает шанса выиграть то, что у меня лаги. Какой, сука, бред, это невозможно просто.